Всем привет, ребят. Ну что, показал я вам на китайке связочку, которую хочу использовать на битве гильдии. И сегодня мы потестируем на английском сервере уже героев на максималке. То есть вот такие вот у нас будут варианты. Единственное, здесь мы поставим эмблемку новую. То есть такой вот вариант. Попробуем сейчас пройти битву гильдии. Мне интересно просто посмотреть на ару связки с новым героем уже на максималке. Плюс ожива. Так, где там мой хаб гильдии? Тут меня уже напроходили. Все равно сливаются. Даже деф уже снял. Интересно будет посмотреть, что они смогут, так как два героя реально блочат. Так, наверное, надо все-таки убрать панчбокса. Потому что от Фрей прилетает. Хотя, в принципе. Давайте попробуем тогда. Так, выпускаем нового героя. Ворожея, Сирну и Ару. Пробуем такой вариант. У меня нету смотрителя, как видите. Но посмотрите, вроде как бы и неплохо режут этот хил. Единственное, кто остается, это Фрея. Но я думаю, с Фрея у нас сейчас проблем не должно быть. Мы должны ее все время блокировать. И Анубиса тоже. Ну вот вам пример того, как можно и блочить Фрея. Конечно, она сейчас, если... Ну-ну-ну, давайте, дотащите ее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Почти. Ну, то есть, можно разбирать базу однозначно. Анубиса посчислили. Все, дошли до Фрея. Красавчики. Вот вам составчик, которым можно ожидать, по сути, топов. Мы выпустили 4 героя. Да, они на максималке. Ворожей, там новый герой. И Седна, но реально очень легко прошли Огника и Фрейв. Так, хорошо. Следующий этот, по-моему, тоже надо. Так, смотрим, что здесь у нас. Здесь у нас дырка, Космо. Так, интересно. Ну что, попробуем через Фрейю зависнуть на Фрейе и слить. Я причем бегаю без смотрителя. Ого, ничего себе. Интересно. Заряженная прям Фрея такая. Так, плюс Ара, плюс Ворожей, плюс Седна. То есть опять пробуем тот же самый состав. Смотрите на Огника. Он отхилиться не может из-за того, что Ворожей... Плюс недомогание, все. Вот вам вся битва гильдий. Супер. Связки они реально очень круто смотрятся. Одна Фрея там еще отхиливается это. Супер. Вот действительно себя эта связка оправдывает. Так, хорошо, первых двух прошли. 520, 400, 600. Пробуем следующего. Так, тут стрелок у нас, вот тут будет поинтереснее. Ну, опять же, можно от Фрей вытащить. Ага, плюс Космо еще, ну окей. Пробуем такой вариант. Давайте попробуем. Ну, может и сольемся. Сейчас перезайдем опять. Ару у нас слили, к сожалению. Сейчас попробуем перезаход. Попробуем зависнуть на Фрейе.
Так, блокируем героев. Блокируем героев, я сказал. Правильно, кто блочить будет? Вот, смотрите, просто чудесно. Вот связка реально работает обалденно. Остался, конечно, огник. Он сейчас нам с этим даст люлей, потому что мы забежим в центр. Если добежим сейчас до огника и будем на нем, он нас просто сольет стычки. Единственное, что вариант, мы его заблокируем хорошо. Просто супер. Блок от ары, блок от этого. Вообще жесть. Налегке, я бы сказал. Так, кто у нас следующий? Да, действительно, с этим героем реально очень кайфово проходить, особенно если есть Прея на расте. Это вообще просто облегчает прохождение. Попробуем тут, я не думаю, что мы тут сейчас, тут могут слить просто. Просто жесть, посмотрите, как мы слили героя. Обалдеть. Остался ворожей и огник, который, ну, по сути, ничего не сделает. У него врезанный отхил, но Дрейк тут просто выносит с плюшки. Даже если сейчас нас огник ударит, он уже ничего не сделает. Офигеть. Так, ну что, и последний топ. А я-то думал, будет реально посложнее. Но вот все-таки время ары еще не ушло. Так, тут будет, наверное, тут-то 100% будет посложнее. Потому что, как видите, здесь... Так, 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 так. Супер. Просто супер, ребят. Посмотрите, что мы сделали с его дефом. Ну, просто тупо блочим. Ара блочит, новый герой блочит. И они ничего не могут сделать. Офигеть. Вот это кайф. Все, до свидос. Ну, дальше уже докидываем. Я-то думал, мы будем Ронина еще использовать для прохождения, а вдруг там слив. Вообще нереально. Нереально круто. Ну и того. 11.065. Новый результат поставили, новый рекордик. Такс. На меня нападал. Ну что я вам могу сказать? Реально эта связка тащит. Сейчас я вам покажу сборочки героев еще раз. Ну вот этого мы не использовали. Это в принципе у нас было на догоночку. Вот, наверное, идеальный вариант будет ожива. Плюс эмблемка. И также для всех остальных героев. То есть это реально будет... Ничего себе. Смотрите, я нашел прикол. Колесико можно прокручивать. Обалдеть. Даже не знал раньше. Вот такой вот ара. 9-9 ожива. Ну, этот герой, конечно, обалденный. Седнушка. Можно и дерево, в принципе, использовать. Оно еще дефные свойства даст. Ворожей, в принципе, все. Единственное, что на некоторых героях есть недомогание. Это у меня на ком-то было. На Дрейк на урон у нас полностью собран. Ворожей с доспехом, если я не ошибаюсь. Такс, 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 такс. Недомогание, недомогание. На аре недомогание, вот я на ару вот поставил на стриме. Все остальные вроде с доспехами были. Так, а Ронин с чем? Ронина, кстати, надо поменять. Да, он у меня вот так вот сделаем ради интереса. В следующий раз потестируем. В общем, вот такая вот, ребятушки, сборочка. Ну, не знаю, мне нравится этот герой. Реально обалденный. Вместе с арой просто шатают огников. И не страшно.
И Фрей шатает. Я без Фрей бегал, а вы знаете, что против Фрей реально очень сложно. Все, конечно, зависит еще от раста, от моих факторов. Ну, как видите, этих противников, которые сегодня у нас были, мы прошли налегке. Так, пробуем опять. Тот же самый вариант. Посмотрите, что они сделали. Обалдеть. Так, это мы на Фрей просто слились сейчас. Там был этот... Ну, просто жесть. Она блокирует, тот блокирует, тот блокирует. Фрей ничего не сделает. Вообще просто жесть. Налегке. Посмотрите. Героя противника. Обалдеть. Вот вам показатель того, что действительно герой реально очень крутой по локациях будет. То есть, какие бы там у вас не были прокачки, это еще смотрителя нет, а можно и смотрителя подобрать. То есть, самое основное, что эти... Вот посмотрите, что сделали с героем. Реально, там осталось только... Огник остался уже, и все. И он не может ни отхилиться, ничего он не может сделать, потому что он все время практически будет... заблокирован, плюс недомогание, то есть, ну, вот там сейчас даже этот ушатает, а вот отхилился. Ну вот вам любая раста проходится. Давайте сейчас попробую еще через топ. Вот 30-е прорывы, отлично. Такой же герой Космо вижу. Космос, Воодушка и Фрейка есть, отлично. Сейчас еще разок Космо. Попробуем обездвижим. Ну, я думаю, тут тоже должно это, по идее, зайти. Правда, надо всех на 30-ку докачать. А может и нет. Посмотрите, как герои его не сливают. А, мы Космо не слили. Вот печалька, Космо у нас остался, наших героев посливали. И вражеский герой есть. Точно такой же. Ну, я думаю, давайте еще разок попробуем. Интересно, интересно все-таки его пройти. Конечно, Космо мешает очень. Ну, я думаю, это не проблема. Вот видите, Космо, Космо, надо Космо... Фрея, куда ты пошла? Ну, надо вот от Космо избавляться таким вот образом. Блин, Фрея убегает. 54%, жалко, жалко. Ну, то есть, как видите, реально они в паре, в связке, реально очень тащат. И, блин, ну реально. Просто обычными раньше героями я так бы не бегал. 53%. Причем тут 30-е, надо докачать некоторых своих. Тоже на 30-ку будет еще раз потестировать. Ронин, давай тащи их. В общем, вот так вот, ребят. Не знаю, мне эта сборка реально нравится. Вот слили даже троих, слили с 30-ми прорывами. Обалдеть. Интересно, что будет дальше. Вот очень интересно. Вот даже если побежать через Космо, я, наверное, нас тут салют. Не, посмотрите, что сделали. Ну, Космо блокирует, к сожалению. Я вам скажу, Ронин с недомоганием тоже тащит неплохо. Седнушка, давай тащи их. Вот Фрейка подключилась, супер. Ай-яй-яй, не добежали. В общем, пишите комменты, буду дальше пробовать тестировать против других топов именно такую же сборочку. Возможно, уберем Дрейка кого-то, поставим опять же на блокирование. Все, пишите комменты, всем удачи, всем пока. Как думаете, добьем? 97%.
Давай, Роня, тащи. А где-то постройка, я что-то не вижу. В общем, я же без смотрителя еще бегаю. Надо реально смотра еще делать. Что-то я не вижу где-то постройки тут. А, вот. В общем, против огников реально очень прикольный герой. Все, будем тестить дальше. Всем пока.